Итак, какие соображения насчет хозяев этого матча у Константина Генича? Да, это команда из тех, что не хватает звезд с неба, но при этом очень добротно и качественно делает свою работу. Берет свои очки там, где нужно брать, и уверенно держится в середине турнирной таблицы. И мы видим графику с составом команды хозяев поля. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Состав «Зенит». Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три... Бей и выводи команду вперед! Ушел на боковую, «Зенит» вбрасывает. Сегодняшние гости показывают лучший результат в лиге по забитым мячам. Да, нападающие у них в этом сезоне работают просто превосходно. И мы, конечно, увидим их сегодня во всей красе. Мяч снова у «Зенита». Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Доменико Криш. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Яник Боли. Отлично задумано, отлично исполнено, 5 баллов. Защита надежно играет, мяч отобран. Тут может что-то получиться. Жатов. Надежно сыграно, жаль, мяч не у него остался. Сергей Паршевлюк. Лоренцо Эбесиль. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Мяч за пределами поля, угловой. И пошла передача. Пробил головой он. Вышли они вперед. Посмотрим надолго. Как же здорово сыграно, а? Очень вкусно, я бы сказал, мяч. Всех опередил он сейчас в штрафной соперника и без проблем отправил мяч головой в сетку. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Маурисио. Кави Гарси. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать фланг. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Это может быть опасная атака. Шикарный момент! Нужно выходить из ворот. Все правильно. Первый тайм завершается. Голов «Зенита» мы пока не увидели. Маурисио. Шатов. А вот атака питерцев. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Только что я говорил об их атаке, теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Защитник хорошо выбирает позицию и снимает этот навес. Это может быть опасно. Ударище просто. Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Защитник не дает развить атаку. Перехватывает передачу. Лоренцо Эбесиль. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Мяч на боковой линии. Паршевлюк.
Яник Боли. Здорово, выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Хави Гарсия. Может получиться интересная атака. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка... И как опасно пробил. От штанги мяч отскак. Блестящее спасение. Еще одно. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Атака остановлена, но кто получит мяч? Зенит на половине соперника. 1-0 после первого тайма. С центра поля вводит мяч в игру «Зенит». Второй тайм начался. Шатов. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Артем Тюба. Яник Боли. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Угловой, и это шанс упрочить преимущество. Какой хороший перехват. Прерывает опасную передачу защиты. Удар по воротам. Замену проводит тренер гостей. Посмотрим, кто покинет поле. Боли. Маурисио. Было нарушение, но мяч у «Зенита», и арбитр даст отложенный штраф. Какая техника. Александр Кокорин. Гол! Счет равный. Все шло к этому, и это был вопрос времени, когда они забьют гол, буквально витал в воздухе. Конечно, они лучшие, они сами прекрасно это знают и не стесняются это сегодня демонстрировать. Игра идет, конечно, практически в одни ворота. Счет снова равный, 1-1. Мяч у игрока «Зенита», можно продолжать атаку. Хави Гарсия. Выбили у него мяч. Кому он достанется? И играть еще полчаса. Атака продолжится через фланг. Данни. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Яник Боли. Какая реакция, какой прыжок. Класс! Это угловой. Прекрасная передача. Удар головой. Кто знает, представится ли им еще такой шанс повести в счете. Двадцать минут до конца основного времени матча. Игорь Смольник. Равенство по владению мячом. Да, и сам матч смотрится весьма равно.
Арбитр тоже захотел поиграть в футбол. Судья фиксирует нарушение и вполне может наказать игрока. Маурисио. И пас обратно. Скучновато. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Пока неплохо. Отличный навес. Яник Боли. Гол! И они выходят вперед. Ну что сказать, голище с правого фланга здорово подал в штрафную, только что в обертку не завернул. Да, таким подарком грех был не воспользоваться. Очень хорошее взаимодействие в этом моменте у игроков было. И подача хорошая получилась, нацеленный, и головой удар оказался не берущимся. Потеря, все, в оборону. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики понимают, что, возможно, это решающий момент матча. Маурисио! Справляется вратарь, но есть возможность забить мяч в ворота. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Как же вовремя защитник перехватил передачу. Спас просто. Атака остановлена, но кто получит мяч? Это может быть опасная атака. Он накручивает соперников одного за другим. Лоренцо Эбесильо. И это гол! Этим мячом они упрочивают свое преимущество и, надо сказать, счет по игре. Такой гол дорогого стоит, согласитесь. Да, не получилось с первой попытки, зато удалось завершить атаку вторым темпом. Всегда массированная атака завершается вот таким логичным взятием ворот. Тем временем у нас 3-1. Зенит идет к воротам соперника. Игорь Смольник. Великолепный пас. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Яник Боли.